Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу с вами поговорить о брашинге карбон, черный карбон, тигр. Значит, в чем и для чего нужен данный брашинг нам, да? В чем мы его будем использовать? Значит, мы его используем в основном для шлифовки и вытягивания волос. То есть данным брашингом вы не сможете сделать объем, как брашингом G-серии, да, то есть G-серия это у нас в основном для придания объема. Данный брашинг у нас для вытягивания волос. Благодаря щетине дикого кабана данный брашинг очень хорошо вытягивает волос. Пластмассовые вот эти вставочки, они у нас антибактериальные. Здесь еще есть ионы серебра. В данном брашинге присутствуют вот в этих вставках, вот этих пластмассовых направляющих. Они еще для антибактериального свойства нужны и еще и для антистатика, не договорил. Вот, то есть, ну, здесь, по крайней мере, двойное такое назначение антистатика, антибактериальное свойство. Здесь в данном брашинге используется. Значит, дырочки у нас служат для того, чтобы влага с рук хорошо испарялась, если же вдруг у вас руки мокрые. Вот, это настоящее дерево, поэтому данный брашинг, он и на порядок дороже, чем другие брашинги. Вот, собственно, такой маленький обзор хотел вам рассказать о данном брашинге. Если же будут у вас какие-то вопросы, пишите, спрашивайте, я вам с радостью отвечу. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем пока.